Мы пасторы Дерек и Хиллари Уокер из Библейской Церкви Оксфорда. Мы хотим вместе поделиться с вами принципами молитвы, которые способны кардинально повлиять на вашу молитвенную жизнь, когда вы будете каждый день приходить в Божьи дворы. Мы уверены, что нам нужно больше ценить учение Иисуса. Это то, с чего мы должны начать. Это основание для нашей молитвенной жизни. Иисус знал, как молиться, и дал нам важное учение об этом. В Нагорной проповеди Он дает нам фундаментальное учение в молитве «Отче наш». Я верю, что Иисус дал нам то фундаментальное учение, в котором мы нуждаемся прямо там, в молитве «Отче наш». Пожалуйста, прочитай это. Безусловно. Давай прочитаем Матфея 7 главу. Это слова Иисуса, которые Он сказал под конец Нагорной проповеди. Иисус говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Итак, говоря про слова «мои», он имел в виду Нагорную проповедь. Это Матфея 5, 6, 7 главы. Это камень. Да. Мы знаем, что к этому относятся все его учения, и особенно то, что он сказал именно в Нагорной проповеди. Это тот камень, на котором мы с тобой должны строить. Каждый человек должен строить. Да, ты прав. Он говорит, что наша христианская жизнь зависит от того, будем ли мы исполнять это повеление или нет. Ты согласна с этим? Да, далее он говорит, что люди, которые не будут поступать так, когда придут ветры, дождь и потоп, то их дом не устоит, он будет разрушен. Упадет. Если мы хотим молитвенную жизнь, которая базируется на камне, то нам нужно обратить внимание на Нагорную проповедь. Говорил ли Иисус о молитве в Нагорной проповеди? Вот в чем вопрос. Да, прямо посредине. Это 6 глава Матфея. Иисус говорит: «Молитесь же так, Отче наш». Вот оно. Это 6 глава, прямо посередине Нагорной проповеди. Он говорит: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Что особенного в этой молитве? В Библии есть много молитв, не так ли? Да. Как думаешь, есть ли в этой молитве нечто особенное? Это шаблон, который показывает нам, как входить в Его дворы. Я думала, что должна исповедаться во всех грехах, прежде чем приду во дворы Божьи. Очень интересно. Да, это очень интересно. Многие люди думают, что нет смысла делать что-то, если ты не исповедовался в своих грехах. Потому что Бог даже и слушать тебя не будет. Да. Они считают, что бессмысленно делать что-то еще. И даже в самой молитве мы видим просьбу о прощении грехов. Но эта просьба находится посередине молитвы, и это очень важно. Это говорит нам о многом. Да. Мы видим шаблон молитвы. Но эта молитва не начинается с исповедания грехов. Мы начинаем с хвалы, с поклонением. Я считаю, что это очень важно. Ведь если ты хочешь получить прощение грехов, то ты должен прийти к Богу, прийти в Его дворы. Не так ли? Именно это мы должны сделать. Конечно. Чтобы получить Его прощение. А как мы приходим во дворы Божии? Мы приходим туда, воздавая Ему честь, хвалу, благодарение и поклонение. И тогда мы можем получить прощение, если мы нуждаемся в Нем.
Очень важно, что мы видим шаблон этой молитвы здесь. Да. Я знаю, что у людей есть разные акронимы на английском, вроде ACTS, V, восхищение и исповедание. Это правильный порядок. Ты согласна с этим? Да. Б, благодарение и Х, ходатайство. Это один из примеров. Есть еще акроним CAST. Там сначала идет исповедание, затем восхищение, ходатайство и благодарение. На самом деле библейский порядок звучит так. «Отче наш, существующий на небесах, да светится имя Твое». И сегодня мы будем объяснять это. Шаблон таков, что мы начинаем с «Отче наш, существующий на небесах». Это важно. Он не просто говорит «Бог». Бог, который, ну, где-то там. Он говорит: «Отче наш, мой Отец, ты мой Отец». Мы начинаем молитву с того, что признаем то, кем Бог является для нас. И кто мы? «Ты мой Отец, я твое дитя, я под твоей любовью, твоей благодатью, ты принял меня благодаря крови Иисуса». Знаете, как мы становимся Его детьми? Это молитва Нового Завета. Мы можем стать Его детьми лишь благодаря крови Иисуса, через принятие Иисуса. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Они рождены от Бога. И принимая Иисуса, то, что Он сделал для нас на кресте, мы становимся детьми Божьими. Если вы никогда не делали этого, то знайте, что ваших дел не хватит для того, чтобы угодить Богу в той мере, чтобы Он сделал вас своим ребенком. Вы должны принять Иисуса. И вы делаете это благодаря Его крови, Его благодати. Я хочу рассказать вам о Его удивительной благодати. В тот момент, когда вы принимаете Иисуса, происходят три вещи. Во-первых, до этого вы были виновны, ваш грех был на вас, и вы были виновны перед Богом под осуждением. Но в тот момент, когда вы принимаете то, что Иисус сделал для вас, Он забрал ваш грех, понес наказание за ваш грех. В тот же момент судья говорит: «Ты прощен». Все ваши грехи, прошлые, настоящие, будущие, были прощены. Вы получили полное отпущение грехов, и это удивительно. Если бы все заканчивалось на этом, то это было бы удивительно, но Он сделал больше. Он не просто простил ваши грехи. Он дал вам свою праведность, праведность Иисуса. Его совершенная праведность вменилась вам. Вы стали праведностью Божией во Христе. Судья смотрит на вас и говорит: «Ты не только невиновен, но и праведен. Ты оправдан перед Богом». Сказано, что верой мы оправдываемся перед Богом. Бог не вменяет нам грехов. Мы праведны перед Богом благодаря праведности Иисуса. Это удивительная благодать. И даже если мы согрешаем, будучи христианами, это не влияет на наше оправдание. Мы все равно остаемся праведными перед Богом. Это решенный вопрос. Если бы все заканчивалось на этом, это было бы удивительно. Но Бог сделал еще нечто. Он сказал еще: «Я принимаю тебя, усыновляю тебя как своего ребенка. Ты становишься частью моей семьи. Из грязи в князи». Мы были виновными грешниками в глазах разгневанного Бога, но мы стали прощенными, праведными детьми Божьими. Все по благодати Божьей. Мы не заслужили этого. И вот как мы должны начинать свою молитву. Мы должны начинать с признания Его благодати. Вот что нам нужно. Чтобы войти во дворы Божии, мы должны помнить о том, что мы дети Божьи, которых любят и принимают. Мы под благодатью Божией, и на основании этого мы должны молиться. И все это есть во фразе «Отче наш, сущий на небесах». Мы должны начинать молитву с этой истины. Мы должны молиться с позиции благодати. «Отче, ты мой Отец, ты любишь меня, Господи. Тебя волнует все, что тревожит меня. Я отдаю все это тебе. Ты знаешь, в чем я нуждаюсь сегодня. Ты любишь меня и хочешь дать это мне. Я принимаю это от тебя». Я говорю о том, что все другие виды молитвы, а их много, не будут работать, если мы сперва не войдем в Его дворы. «Отче наш, сущий на небесах, с хвалой и поклонением». Просто выразите свою любовь к Нему. Когда вы сделаете это,
осознаете Его благодать, все остальные молитвы будут работать как нужно. Эта молитва очень важна. Она начинается именно так, как мы должны начинать свою молитву, входя во святое. «Отче наш, сущий на небесах». Порядок этой молитвы открывает Его благодать. Если мы не будем поступать так, а будем сразу говорить, «Боже, мне нужно вот то и вот это», возлагать свои заботы на Господа или молиться за какие-то сложные ситуации, это будет напрасно. Все будет напрасно. А все потому, что мы делаем это с неправильным положением, с неправильными мотивами. Мы знаем, что нам нужно сделать это, и сразу переходим к этому. Я считаю, что в первую очередь мы должны успокоиться и признать, что Он Бог, прийти в Его дворы. Я верю, что наш дух постоянно находится в Божьих дворах. Но нам нужно привести нашу душу в Его дворы. Согласна? Да, нашу душу. Мы не только духи, но и души, которые живут в телах. Нам нужно принести наш разум, нашу волю, эмоции во дворы Божии. Вот где начинается наша молитвенная жизнь, когда мы входим в Его врата с благодарением и во дворы Его с хвалою. Да. Вот почему мы так начинаем наше служение. Да. С 30 минут хвалы и поклонения. Именно так. Да. Очень жаль, когда люди пропускают это, потому что думают, ну, мне нужно лишь слово. Они могут опаздывать. Уверен, что так бывает не только у нас, ведь так? Я в этом уверена. Прости, что перебил тебя. Я хотела сказать, что некоторые люди считают хвалу и поклонение музыкальной интерлюдией. Разогревом. Да, разогревом, но для меня она крайне важна. После хвалы и поклонения я намного лучше принимаю слово. Я более открыта после поклонения. Сказано, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Если мы приходим только за этим, то не можем получить его. Мы плоть, пока ты не войдешь во дворы Божьей благодати, поклоняясь Ему. Ты не с Ним. Но когда твои глаза фокусируются на Господе, и ты видишь, как сильно Он любит тебя, тебе намного легче принять насущный хлеб. Я считаю, что именно для этого Иисус и дал нам шаблон для молитвы. Да. Он открывает Его благодать. Особенно, когда вопрос касается исповедания грехов. Мы можем шокировать людей. Когда ты осознаешь Божью благодать, она может шокировать. Многие из нас должны подстроиться под Божью благодать. Ты согласна? Да, она шокировала меня. Я хочу добавить немного равновесия к тому, о чем говорил чуть позже. Поэтому не паникуйте, если вам кажется, что я говорю слишком радикальные вещи. 99-й псалом. «Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою». «Славьте Его, благословляйте имя Его, да светится имя Твое, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Мы должны сфокусироваться на Господе. Слава Богу! Я хочу поговорить о том, что мы не должны в первую очередь исповедовать свои грехи. Я хочу, чтобы вы поняли меня. Я верю в исповедание грехов. Я не один из тех проповедников, которые говорят, что нам это не нужно. Я в это верю. Но мы должны лучше понимать динамику этого. Я приведу вам еще один пример. Евреям 4 глава 16 стих говорит, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Это престол благодати, Божьей благодати к нам, если мы Его дети. Но, пожалуйста, обратите внимание, чтобы получить милость, сказано тут, в первую очередь. А что ж такое милость? Милость — это прощение грехов. Она начинается прежде всего с прощения. Да. Милость нужна, когда мы сделали что-то плохое. Ведь так мы видим человека, который знает, что нуждается в милости, потому что вообще-то он согрешил, и поэтому он кается.
но он может смело приходить. Да, и кто не согрешал? Да, его приглашают смело приходить. А как он может делать это смело? Да, но приходить смело — это не врываться с криками «Вот я какой!» Это уверенное осознание того, что человек приходит к престолу благодати Господа Бога. Все потому, что наша уверенность основывается не на наших делах и не на таком, насколько идеально мы живем, ведь тогда бы все мы были под угрозой. Если мы смотрим на себя, мы живем по плоти. Наша уверенность во Христе, по Его благодати нам прощены все наши грехи. И даже когда мы согрешаем, мы остаемся Его детьми. Он продолжает безусловно любить нас, мы продолжаем находиться под властью Иисуса, и с этой уверенностью мы можем приходить к престолу благодати и получать милость для благовременной помощи, получать прощение. И мы приходим, и как мы приходим к Его престолу? С хвалой и с благодарением. Мы делаем это с хвалой и благодарением. Да. По правде говоря, мы не видим свой грех, как должно, пока не войдем в его дворы. Часто мы не видим того, что сделали, оправдываем себя, а когда мы приходим к нему, наше сердце смягчается, и мы видим наш грех таким, какой он есть на самом деле. Да. Но мы должны сначала прийти в его дворы. Да. И тогда мы, если есть такая нужда, можем исповедоваться в своих грехах. Ключ к пониманию всего кроется в разнице между отношениями и общением. А у нас с вами есть отношения с Богом. Да, это так. Когда мы сказали «да», мы заключили отношения в Завете. Обычно мы ладим, но бывают времена, когда наше общение немного нарушается. На то бывают разные причины, но у нас все равно остаются отношения, не так ли? Они нисколько не меняются. То же самое можно сказать и о родителях, и о детях. Да, отношения — это наш камень. Они могут взбунтоваться против вас, но у вас все равно остаются отношения. Это не меняется. Меняется ваше общение. Ваша жизнь — это важные различия, которые мы должны понимать. Наши отношения полностью управляются Божьей благодатью. Все это основывается на том, что Он сделал. И по Божьей благодати мы получили прощение всех грехов. Мы провозглашены праведными перед Богом. Это решенный вопрос. И как бы мы ни жили, благодать все равно будет с нами. Вы приходите к Богу на основании этой благодати, а не на основании того, насколько хорошим было ваше общение с Богом. Вы приходите к Богу на основании того, что Он сделал для вас во Христе. Это тот камень, на котором мы строим. Иисус говорил именно об этом. Это камень Его благодати, Его дел. Но общение также важно, хоть вы и я объясню это так. Я знаю, что ты очень сильно любишь меня и любишь благословлять меня, но если я буду вести себя плохо, если мы не будем общаться, если не будет общения, да, любовь остается, но она не может течь. Точно так же Бог любит нас. Он желает дать нам много хорошего. Эти вещи принадлежат нам во Христе. Но если общение нарушено, мы не можем получить это. Мы не говорим, что грех — это нормально, его можно игнорировать. На самом деле грех будет блокировать поток жизни от Бога. Это будет блокировать наше наслаждение Богом. Вы должны разобраться со грехом. Но есть две сферы прощения. Есть прощение в отношениях и прощение в общении, или семейное прощение. И когда Иисус в молитве «Отче наш» говорит о том, что вы должны исповедоваться в грехах, должны прощать тех, кто ранил вас, а если вы не простите, то и Отец не простит вас. Людям тяжело сопоставлять это с тем, что во Христе все грехи прощены. Все потому, что есть две сферы прощения. Во Христе
Все наши грехи, безусловно, прощены. Мы — дети Божьи. Это не меняется. Слава Богу за это. Слава Богу. Аллилуйя. Во Христе это нашим. Но в моей жизни с Богом, в семье Божьей, я могу согрешать. Я должен исповедоваться в этом грехе перед Богом. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда мы исповедуемся в грехах перед Богом, да, то восстанавливаем общение. Когда ваш ребенок согрешает против вас, он остается вашим Богом. Он может прийти к вам. Вы не можете сказать ему, «Как ты смеешь говорить со мной? Мы не общаемся». Тогда вы никогда не сможете исправить это. Ведь так он может прийти к своему папе и сказать, «Папа, я люблю тебя, прости». И тогда общение восстановится. Но даже когда ребенок согрешает, есть нечто большее всего этого, и это отношение. Он приходит к вам на основании этих отношений. Мы говорим о важных вещах. Вы должны знать благодать Божию, находиться в этих отношениях. Что бы вы ни делали, вы не приходите к Богу на основании своих дел. Если вы согрешили, вы приходите к Богу, говоря, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Наступит время, когда ваше сердце побудит вас исповедоваться в грехе, избавиться от него. Если мы не будем учитывать разницы между отношениями и общением, то впадем в одну из крайностей. Я встречался с людьми, которые считают отношения и общение одним и тем же. В таком случае, если христианин согрешает, он не просто теряет общение с Богом, но и отношения с Ним. Это означает, что он больше не спасен, ему нужно снова рождаться свыше, и каждую неделю или каждый день ему нужно рождаться свыше снова. В моем случае это было бы по несколько раз в день. Я рад, что это не так. Я очень благодарна Богу. С другой стороны, есть люди, которые не учитывают этой разницы. Они говорят, наши грехи прощены, прошлые, настоящие и будущие. Аминь. Но они также говорят, поэтому нам больше не нужно исповедоваться в наших грехах. Они уже прощены. Если я уже праведный, то в чем смысл? Это ошибка. В таком случае ваше сердце станет жестким. Вы начнете грешить и говорить, «Но Бог не против, я не должен исповедоваться». Ваше сердце ожесточается, и вы все больше идете на поводу у плоти. Это серьезная ошибка. Благодать Божия позволяет нам не трогать отношения, потому что они установлены по благодати. Но общение подразумевает наличие двоих, работающих вместе. Если с нашей стороны есть грех, то Бог готов, но мы должны исправить все, восстановить наши отношения. Мы должны исправить общение. Я считаю, что это очень крайне важно. Когда Иисус омывал ноги ученикам, ты ведь помнишь этот момент, да? Да, ты прав. То он подошел к Петру и услышал, «Ты не можешь омыть мне ноги». А Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь со мною части». Может показаться, что здесь сказано, «Ты не будешь в отношениях со мною». Но смысл совершенно иной. Ты понимаешь? Да, звучит так. Но слово «части» — это слово, означающее «общение». Не будешь иметь со мной общения. Иными словами, твои ноги грязные. Ты все еще мой ученик, но ты не можешь сидеть за столом и общаться, потому что ты не омыл ноги. Ты не можешь общаться. Тогда Петр ставит все с ног на голову и говорит, «Господи, помой меня всего». А Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь и вы чисты, но не все». То есть Иуда не был спасен. Но другие ученики приняли Христа, они были спасены, омыты. Это означает, что они были полностью прощены, они были чисты. Иисус сказал, что достаточно сделать это один только раз.
Но ноги нужно омывать. Возможно, вы омылись баней рождения свыше. Это хорошо, но вам все равно нужно омывать ноги, исповедоваться в грехах, чтобы сидеть за столом с Иисусом и наслаждаться общением с Ним. Мы должны различать эти вещи. Итак, в первую очередь, мы приходим в Божие присутствие. Даже если мы согрешили, мы с уверенностью приходим к Нему, прославляя Его. Мы в Его благодати. Тогда мы можем исповедоваться в наших грехах и получить прощение. Только так эта молитва будет работать, как должно, потому что мы расставили все правильно. Слава Богу! Я верю, что молитва «Отче наш» позволяет нам прийти к Богу, как к нашему Отцу. Мы отдаем себя на Его благодать. И я хочу, чтобы мы сделали это вместе. Давайте под конец нашей программы повторим эту молитву, о которой сегодня говорим. Замечательно. Самая главная молитва в нашей жизни — это «Отче наш». Для первой строчки нам может понадобиться долгих 10 минут, потому что внутри находится сокровище. А это шаблон для молитвы. Давайте же мы придем в Божьи дворы, осознавая чудесную Божью благодать. «Отче наш, существующий на небесах, Господи, Ты мой Отец, Ты любишь меня, я Твое дитя, Ты простил меня, принял в свою семью по благодати, и даже когда я ошибаюсь, я все равно остаюсь Твоим ребенком, Ты все равно любишь меня, Господи, спасибо за Твое прощение». За благодать. Спасибо, что я могу смело приходить к Твоему престолу, как дитя к Отцу. Я благодарю и люблю Тебя, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты чудесен, что Ты простил меня, что я омыт кровью Иисуса. Господи, я отдаю свой грех Тебе, исповедуюсь в нем. И благодарю за то, что Ты очищаешь и прощаешь меня во имя Господа Иисуса Христа.